Но Лирчик с мужем завели новое уголовное дело за отмывание денег в особо крупном размере. В начале марта семейную пару Чекалиных обвинили в неуплате налогов в размере 311 миллионов, а также в использовании преступной схемы. Сейчас же им грозит срок за отмывание денег. Журналисты сообщают, что Валерия Чекалина и ее супруг Артем стали фигурантами нового уголовного дела. Блогеров обвинили в отмывании средств в особо крупном размере. Правоохранители обнаружили денежные переводы пары за рубеж, а также факт приобретения ими иностранной недвижимости. Чекалины в апреле 2021 года по предварительному сговору легализировали более 130 миллионов рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения, уточняют в Следственном комитете. Напомним, что суд арестовал многомиллионное имущество Чекалиных после того, как выяснилось об их крупных долгах. Супруги не выплатили налоги на сумму 311 миллионов рублей. В элитном доме звезд прошли обыски. В ходе следственных действий у них были обнаружены слитки золота, паспорта, включая американский, а также богатый автопарк. Чекалины уверяют, что нарушили закон по ошибке, всего лишь не уследили за финансами. Однако, по версии следствия, пара пользовалась специальной схемы, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, скрывая, что доход превысил лимиты. Дело в том, что вот в предыдущем ролике я снимала, и в статье было о том, что они создали 5 ИП на своих родственников, на них двоих и еще трех родственников. Совсем недавно у этой Чекалиной умерла бабушка. Вероятно, сердце не выдержало из-за того, что вот так обвинили, и она тоже наверняка будет фигурантом вот этого дела уголовного. Поэтому, наверное, она скоропостижно и умерла. Далее, что еще тут сказано? Значит, они считают, что все дураки, они такие умные, что притворяются, что по ошибке закон нарушили. По ошибке. Это ошибка была. Это не нарушение закона, это просто была ошибка финансовая. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.